Всем привет, с вами Лев, ребята, и сегодня я поиграю в Minecraft с Lucky блоками, да, ребята, и в принципе, ребята, да, как бы, я буду снимать много серий по Lucky блокам, да, как бы, за всю историю вообще, ну, моих каналов на ютубе, да, у меня еще есть два канала, вот у меня канал, который старый, да, там, ребята, у меня... выходило только одно видео в Minecraft с Lucky блоками, ну и больше у меня вообще их не было. Ну и как бы окей, сегодня у нас будут обычные Lucky блоки, да, я знаю то, что уже в них, наверное, все играли, но как бы дальше будут Lucky блоки, которые вы еще не видели, или Lucky блоки, которые, ну, еще мало кто снимал и так далее. Мне что-то подлагивает, и, наверное, поменьше сделал поясовку, да, вот так вот, да. В принципе, окей. У меня есть 1,5 стака Lucky блока. Я сейчас сделаю вот так вот, да. Чтобы вещи сохранять, да. После смерти сохранялись, да. Ну, в принципе, ладно. Семечко уберу. И окей. Тут Lucky блок уже есть, поэтому окей. Ага, у меня свиньи заспавнились. Это хорошо. Я что-то совсем забыл, кстати. То, что я... собираюсь теперь снимать большой, с большим экраном, вот таким, да, ну, больше сделать. Но я в этой серии не буду так делать, окей. Принципе, окей. 96 лаки блоков у меня. Получается, сегодня сниму, точнее, сломаю, да, 90... 97, да. Так. У меня, кстати, хпшек много, как видите... Он меня убил. У меня 2 стадии хп, да. Я тут сразу метку поставлю, да. И окей, я убью сейчас его. Попытаюсь. Как видите, у меня сок хп вместо 20. Да. Не знаю, если в этой серии у нас как-то будет слишком просто, если что, подковная сложность, да. Так, ну, давай я так сделаю. Все равно удар сделаю, да. Я, наверное, напишу здесь spawn point. Spawn point. Да, вот. Куда-то делся самый вид, да. Ну, в принципе, ладно. Окей. Что-то мне ничего не выпало. Странновато. Это такие начальные вещи у меня, типа, да. Тихо-тихо-тихо. Фух. Взрыв не такой сильный был. Так, ну что-то маяки всякие попадаются, да? Давайте я сейчас... Опачки! Жесткий зомби-босс, окей. Я тут решил поставить мод на боссов. Естественно, потом я буду добавлять еще крутые моды всякие. Хардкорные, да. И потом как раз и буду летсплей снимать. Я не понимаю, почему... Тихо! Я чуть не умер. У меня, видите, сейчас потратится эти хп, еще будет жизнь. Я сейчас попробую как-нибудь упасть. О, видите, у меня еще хп. Ну, просто, кто не понял, ну, окей. Так, о, нет. Вот это давненько у меня не было. Я очень давно не играл с Lucky блоками. Может быть, месяца 3 назад. Ну, это не... Яблочко сохранилось, окей. Я играл, но... давненько было, месяца 3 где-то назад, да, достаточно долго прошло уже времени, да, много, окей, обычный зомби, давай тебя в одну, мне, пожалуй, оружие нужно, а не вот это, да, окей, вот мне и дали оружие, в принципе, да, хорошо, офигеть! Капец, вы посмотрите, как много. Блин, капец. Пока что, кстати, будет на версии 1.7.10. Окей. Я сделаю так вот. Да. Хорошо. Да. Продолжаем ломать. Да. Ой, что-то я как-то быстро, песочек. Волшебный песочек. Я его забрал, все. Он меня спасет. Пугучесть. Может, мне эффект дали, поэтому, да.
Иногда не выпадает. О, ху-ху-ху. Нифига себе. Это бонька, конечно. Модов у меня всего лишь 15. Я, то есть, просто быстренько создал такую сборочку. Если это можно вообще сборкой назвать. Да. Ой, откуда... Тебя там не было. Или был. Конечно, мог не заметить, но все равно. Это странно. Да только не ты, прошу тебя! Фига себе. Он в воздухе паутину поставил. Ай. Меня ударили по голове. Так. Окей. А Lucky Block же крафтится как раз из золота, да? На самом деле, Lucky Block не крафтил. Ну или какими-нибудь из других модов. Ну, с Lucky Block'ами, только из другой. Другие Lucky Block'и были. По-моему, нужно золото. Железо вряд ли. Да блин, я ничего не вижу, дайте мне увидеть. Я знаете, что там куча этих монстров. Все, я умер. Нет, 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 я сваливаю отсюда, ну нафиг. Да. Метка есть, здесь спампоинт поставлю. Все, до свидания. Я не буду в этом участвовать, да? А то сейчас опять на полчаса застряну. Да. Окей. Морковка, спасибо. Блин! Две есть. Все. Две есть, значит, хорошо. Так. Что, пасть должно было? Ничего. Сейчас реально ничего не удалось. И опять ничего не удалось. Ага. Я понял. Так. В принципе, окей. Так. А чё ничего не выпадает? О! Я забыл, что ты существуешь вообще. Вы не представляете, как я давно не играл с дефолтными Lucky Block'ами. Я играл именно даже... Нет, не с Дельтой. Вот такими Lucky Block'ами, которые уже, наверное, все видели. Я с такими не играл. Ну, играл, но... Я играл с разными текстур самым делал. И вообще... Lucky Block'и эти, они очень крутые, да, то есть это Lucky Block'и почти никто не обозревал даже, да, не знаю, как там, тихо, покушать надо. Да вы задолбали, хорошо, что это хотя бы не босс. Есть. А, давай. Раз, два, все, до свидания. Не я. Пацаны, я сейчас Lucky Block поставлю. И скрипер, блин, выйдет. Ой-ой-ой! Ладно, я не против. Окей, здрасте. Я умер. Так, все, ломаю сразу Lucky Block. А я прям сделаю, как в старые добрые. Я просто... У меня когда-то очень... Вот года три, наверное, назад аж. Я снимал Minecraft Pocket Edition. Ну, я его раньше, 2 года назад снимал, и, может быть, даже полтора, наверное, 2. Дело в том, что я вот так вот сделал, да, и это было Minecraft Pocket Edition, да. Дайте мне золото... Скелет, ты мне дашь как бы золотать? Может быть, даже сегодня выйдет сразу 2 ролика, да. Это будет круто. Нет, 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 чё вы бомбите? Короче, дело в том, то что, я ж не знаю, что сказать, но то, что... Да вы издеваетесь! Уберите! Спасибо. Дело в том, то что, я когда-то снимал Lucky Block, мне, правда, ролик удален уже. Там всего лишь 5 роликов, что ли, осталось, да? Но... Зачем-то я удалил, я тебя об этом жалею. Ролики, конечно, были полное говно, но все равно поржать можно было бы сейчас, да. Боже, нифига текстура. Да хватит, то, что взрывается, просто появляется. Меня троллит Lucky Block. Вы издеваетесь, да? Вы издеваетесь!
Lucky Block родился, окей. О! Это что-то хорошее, у меня полсердечка. Офигенно. Вообще супер. Я очень рад. Супер. Теперь мне надо найти Дейва. Это будет сложно. Да. Все. Блин, у меня же тут мод на изумруды стоит. Да. Ту-ту-ту. Давайте сделаю шапочку. Вот. Ну, это как алмаз, да, но если полностью собрать сет, да, да, вообще будет хорошо, то есть, да. Там была текстура вот обычного золотого блока, Minecraft Edition когда-то давно. Я не знаю, сейчас есть текстура у них или нет, или я просто без текстуры играл, я на самом деле не знаю, я... Не знаю, я... Это было очень давно, да. Всё, окей. Да. Ну, всё, у меня алмазка. К сожалению, у меня полсердечка. Даже не знаю, как мне сейчас умереть. Вот так вот я сделал лаки-блоки, да? И вот так вот все же взрывалось, да? Я умирал здесь 1000 раз, подожди, там это есть вещь хорошая. Так, спасибо! Я вам сейчас покажу, что дает эта броня. Она не дает просто суперзащиту, она дает крут. Кое-что крутое. Да. Так сделаю. И у меня появляется скорость, прыгучесть 2 и сопротивление, да. Это, конечно, не так круто, наверное. Как кто-то мог подумать, но все равно неплохо. Так. А, ну дайте. Спасибо. Я улетел. Лаки-блоки бомбануло. Офигеть! Они разошлись. Да, конечно. Я просто... Моя цель, так сказать, первого сезона, а будет, наверное, и не один сезон с лаки-блоками. Если, конечно, вам понравится, и, да. Давайте поставим много лайков. Ну, также, наверное, 5-6 лайков. Ну, давайте 5-5, ладно. Потому что, ну, если наберете, как бы, эти лайки, то я, как бы, выпущу... Буду выпускать части, да, если будете видеть то, что, ну... Буду видеть то, что здесь все набивается как надо, да? Всё жестко. Так, я тебя убью. Так. Да. Дайте мне так сделать, да. Опа, гигант. Здрасте. Да, это гигант на гиганте. Можно, пожалуйста, отойти? Спасибо. Все, я сейчас вот это сломаю. Еще зомби! Вы что, издеваетесь? Офигеть! У меня аж Майнкрафт лагает. У меня все жестко происходит. Тихо. Не бить, не бить. Дайте мне сломать. Ладно, окей. Мне не дают, поэтому все. О, красота. Да я ничего не сделал. Бейте их. Вы посмотрите, сколько их. Это капец, вы это видите, да? Вот такого, мне кажется, еще у меня не было. Со мной такого еще не было. Да. Да, на самом деле, на моем первом канале, вот, там, конечно, было все круто. Вот я, получается, сказал то, что... Вы сейчас подумайте то, что я говорю про ролик. Самый первый канал, который у меня был, который еще существует, там, по-моему, 26 подписчиков, ссылку я оставлю, но просто хочу сказать то, что там у меня, как бы... Как раз и был тоже ролик по лаки-блоки, я что-то совсем забыл. Я извиняюсь, да, я потом сделаю еще. То есть у меня две части, то есть одна часть, первая часть, да, и вторая, и первая часть, только на другом канале. То есть и здесь опять первая часть. Я надеюсь, вторая часть появится, да, в любом случае я, наверное, засниму вторую часть, да. Даже если никто лайки не поставит. Я буду, наверное, раз в неделю, может, раз в две недели снимать. Ну, или когда даже нечего мне снять будет, тогда, наверное, я буду снимать, если что-то скучно будет, да, выкладывать одно и то же. Сниму это, да. В принципе, все, ребят. Спасибо за просмотр, да. Я как бы потом буду какую-нибудь цель ставить в ролике, да, не просто, например, вот так вот, ну, броню сделку и все, да. Лаки-блоки просто закончились, и я, короче, заканчиваю, да.
Что-то я их очень быстро сломал. На самом деле я ожидал, потому что я их буду ломать очень долго, ну, по крайней мере, может. У меня, вот, когда я просто играю в них, у меня уходило, может, полчаса времени, да. В принципе, все. Всем спасибо, ребят, за просмотр, да. Там, ну, как можно это выкинуть уже, все, да. Выкину это все, ребят. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Оцените видео, если спасибо. Там зомби перевел, ну, окей. Ух ты, кстати, еще лаки-блоки. Давайте их доломаем. Ту-ту-ту-ту. О! Не надо, не надо, пацаны, я все равно все сломаю. Вы что думаете? Вот, давай, бомби! Естественно, зачем бомбить, да? Когда просят тебя. Так, все, давай, последний лаки-блок. Последний! Все, 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 спасибо за просмотр. Пока, ребята, и удачи, да, пока.